В Афипском доме культуры прошел сход граждан. О проделанной в первом полугодии 2022 года работе отчитался глава администрации Юрий Коваленко. В поселении отремонтировано почти 2,5 километра асфальтовых дорог, а также участки дорог на подъездах к хуторам Коваленко и Восточный. Проводилось грейдирование и отсыпка гравийного покрытия. Полным ходом идет благоустройство парка. Обустроены новые спортивные площадки. Ведется активная работа по переселению граждан из аварийного жилья. Проводятся капитальные ремонты многоквартирных домов, замена водопроводных сетей. После отчета жители задали свои вопросы. Некачественное дорожное покрытие – один из самых популярных. В этом году краевые деньги, если кто-то из вас в зале сидит и считает все, что увидели на экране и все, что сказал я, это получается почти под 200 миллионов. Нам дают деньги. И будут, я надеюсь, будут давать. Дороги ремонтировали и будем ремонтировать. Еще одна частая жалоба жителей – некачественное водоснабжение. Отфильтрованная вода поступает по старым водопроводным сетям. Поменять их все сразу просто невозможно. Но работа в этом направлении ведется постоянно. Волнует население вывоз мусора, медицинское обслуживание, бездомные животные. По каждому вопросу дали подробные разъяснения. Часть проблем нуждается в дальнейшей проработке.